некоторые соревнования. Я победила в двух категориях. Я очень благодарна своему тренеру. Буду заниматься дальше карате. Мне нравится очень заниматься карате, потому что это делает меня сильнее физически и духовнее. Я займаюся карате вже 8 років. Мені подобається цей вид спорту, тому що я можу підтримувати собі свою фізичну форму. В принципі, це такий дуже класний вид спорту. Я дуже вдячна своєму тренеру Саракурову Олександру Олександровичу за те, що він нас воспитує, вкладає в нас душу, нерви, сили. Моя мета – перемагати ще більше на змаганнях та досягти чогось більше. Я с детства занимаюсь карате, мне это очень нравится. Люблю ездить на соревнования и люблю выигрывать. Наша команда самая лучшая. Я люблю карате, я люблю свою команду «Феникс». У нас самая лучшая команда и самый лучший тренер. Мне нравится карате. Я всегда хочу побеждать и быть чемпионом мира. Карате стало смыслом моей жизни. Карате – это сила и красота. Я занимаюсь карате уже 3 года. Занимаюсь в карате-клубе «Феникс». У нас очень дружная команда. На соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга. Сегодня я завоевала 2 медали. Я довольна своим результатом. Моя цель – быть на уровень выше и добиваться больших результатов.